начальник азиатской конной дивизии, генерал-лейтенант барон Унгер. Сообщаю к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее. Революционная буря Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд. Революционная мысль, льстя самолюбию народного, не научила народ созиданию и самостоятельности, но приучила его к вымогательству, разгильдяйству и грабежу. Старые основы правосудия изменились. Нет правды и милости. Теперь должны существовать правда и безжалостная суровость. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не было с тех пор, как существуют люди. До сего времени, но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво. И не разумеет сего никто из нечестивых, а мудрые разумеют. Роман Федорович, разрешите приступить к допросу. Раз войско меня предало, буду с вами откровенен. Ваши офицеры отказались идти через пустыню Гоби в Тибет. Нам известно, что вы налаживали связи с лидером тибетского народа Далай-ламой. Что вы намеревались делать в Тибете? Роман Федорович, является ли ваш лозунг «Азия для азиатов» лозунгом лишь политическим и дипломатическим? Или он был связан с обстоятельством, которое вы приняли от какой-либо иностранной группировки? Я хочу объединить конников. Все кочевые народы под началом маньчжурского хана. Китай, Тибет, Монголия, кочевники Сибири и среднеазиатских владений. Внешний мир за пределами сознания нереален. Все порождено умом. Все они здесь потому, что ты ненавидишь их. Сотри свою ненависть, и они исчезнут. Какова роль Японии в этом движении и ваша связь с ней? Получится. Ненависть к ним и есть я. Роман Федорович, вы указывали, что в мае месяце в Урге вы замечали признаки разложения в войсках. Когда вы заметили, что началось разложение,
то решили двинуть войско на Советскую Россию. Чем вы это объясняете? Это неправда. Меня неправильно поняли. Когда войско стоит долго, всегда чувствуются признаки разложения. У вас были русские, монголы, буряты. Что их спаивало? Связывало, то есть? Дисциплина. 16 национальностей и только небольшое ядро русских, которых, может, еще какая-нибудь идея двигала. Каким стимулом руководствовались остальные? Как? Как они решились? Мои монголы, с которыми я мог дойти до Лиссабона, ладно бы капризные офицеры, сдали преданные монголы. А у монгол психология другая. Война, верность, солдат. Им это нравится. Им нравится сражение. У вас была идея восстановления монархии, хотя бы и подсобная. Вы не имели связи ни с правыми, ни с кадетами, ни с эсерами? Нет, кажется, из монархистов я один в целом свете. Это в протокол не записывать. Роман Федорович, вы хотели бы изменить свою печальную участь и встать на сторону победителей? Роман Федорович, имели ли вы действительное представление о силах Красной Армии, когда двинулись на Россию? Нет. Убеждены ли вы в правильности своей стратегии и последовательности действий? Ошибка на ошибке. Главное проглядел. Не могу поверить. Красный – это Азия. Жестокая, коварная. Исполнительные. Воины будущего. Обвиняемый, какой партии принадлежите? Никакой. У вас были большие имения в Прибалтийском крае и в Эстландии? Да, в Эстландии были. Но сейчас, верно, нет. Сколько лет вы насчитываете своему роду баронов? 1000 лет. Вы приказывали сжигать деревни? Да, это по моему приказанию делали войска. Вам известно было, что трупы людей перемалывались в колесах, бросались в колодцы и вообще чинились всякие зверства? Нет, это неправда. А применяли ли вы монгольский способ бить до тех пор, пока не отлетят куски мяса? Нет, тогда человек помрет. А какие системы наказаний вы применяли? Смертную казнь. Всех видов? Вешали и расстреливали. А вы еще сажали на лед? На лед. Вы все время чувствовали, что у вас была духовная связь с частями? Да. Все время.
Рассматриваете ли вы неудачу вашего похода как исход всей авантюры с Азиатской империей? Роман Федорович, рассматриваете ли вы неудачу вашего похода как исход всей авантюры с Азиатской империей?